Добрый день, друзья! Мы в Леонозовском парке, который основан в 1932 году. В 1951 году этот парк получил статус парка культуры и отдыха. И вот прямо практически возле входа в парк стоит вот такой вот памятник, на котором лежит разбитая каска. И написано «Леонозовцам, участникам Великой Отечественной войны 1941-45 годов в честь 65-летней годовщины Великой Победы». Вот такой вот памятник. Конечно, смотришь на пробитую каску и прям, честно говоря, мороз по коже. Как-то представляешь, что ведь кто-то погиб. Когда каску-то пробили, наверняка солдат, конечно, погиб. Вот такой вот памятник у входа в Леонозовский парк. Мы сегодня с Аряшей приехали посмотреть, что здесь интересного, какие есть достопримечательности, покататься на аттракционах. В общем, сегодня мы с Аряшей в этом парке. Пошли, Аряшенька.